То есть, если правительство решит закрыть, ну, закроем, что делать. То есть, это и будет Россия? Это, конечно, тоже такой политический вопрос. Кто и как будет контролировать работу поставщика? Сейчас наиболее эффективная технология, это вот российская. Но это же рискованно. Ну, коррупция, она везде. Просто водники говорят или есть конкретные исследования? Я не думаю, что там Росатом разгромят. Кто и какую гарантию? Большинству людей, вообще говоря, это, ну, как это мягче сказать, до одного места. Тимур Мифтахович, рахмет вам, что нашли время, что пришли ответить на волнующие вопросы. Для начала, чтобы зрителям было понятно, почему именно с вами записываем интервью, можете рассказать о роли вашей компании во всем этом деле по теме строительства, по теме возможного строительства АЭС в Казахстане? Ну, в компанию я пришел в 2018 году, и было распоряжение премьера посмотреть вообще, какие там у нас условия, пригодность районов размещения. Там был в 2014 году утвержден план первоочередных мероприятий по развитию атомной энергетики. Ну и в соответствии с этим планом там небольшие пункты были. Была создана компания. Что за компания? Для людей, которые далекие от энергетики. Компания у нас называется «Казахстанские атомно-электрические станции». Но основная цель образования компании, как я сказал, в соответствии с этим планом развития первоочередных мероприятий по развитию атомной энергетики. Компания «Казахстанская атомная электростанция» была создана 10 лет назад. На слушаниях вы упоминали, что работа ведется еще с 2016 года, как минимум, что приглашались японские специалисты для проведения экспертиз. Исследовались ли площадки под строительство? На сайте вашей компании пока не нашли информацию, и в открытом доступе тоже. Когда планируется предоставить общественности вот эти документы, итоги исследований? Ну, понятно, да. Ну, на сайте у нас сложности, конечно, с сайтом. Финансирование недостаточное пока. То есть это предпроектная работа, как я сказал, условно называется проектная компания. Создана была в 2014 году самруком, самрук Казна, потом в 2016, ты упомянули, 16-й. 16-й – это передача в Казатомпром ее. Я пришел в Казатомпром в 2018 году. И вот в 2018 году мы провели первичную такую работу вместе с Национальным ядерным центром, там рядом других организаций, с энергетиками, по маркетинговым исследованиям возможности строительства атомной электростанции в Казахстане. Ну, это легло в основу первого раздела технико-экономического обоснования. Про японцев. Значит, мы результаты, естественно, представляли, докладывались в правительстве, показывали, какие были исследования проведены. Ну, по заданию правительства, по сути, мы исследовали два района. Первый – это Восточный Казахстан, сейчас это Абайская область, вблизи города Курчатова, это на Иртыше. И второй район – это вот Южный Казахстан. Это, там планировалось строительство, в общем, Южно-Казахстанской ГРЭС, то есть это центр потребления. По предоставлению общественности итогов? По предоставлению общественности, ну, сейчас представлять, в общем-то, особо нечего. То есть эти документы, конечно, не секретные, но они как бы коммерческая собственность наших хозяев, нас. И, ну, полностью, конечно, интересующиеся могут прийти, посмотреть, тут проблем нет. Но так вот широко публиковать коммерческие материалы нет. Основные выводы, они... Нет, ну, кто финансировал, того и собственность. То есть эти работы, они, естественно, были за деньги сделаны. Ну, там секретов никаких нет, в общем-то, я говорю, можно посмотреть. Но это многотомный труд, ну, и как-то его на сайт вываливать тоже нелогично. Но бюджетные деньги не затрагивались? Бюджетные нет, это были деньги самрук казны. Теперь плавно переходим к теме строительства АЭС. Первый вопрос, который волнует общество, это почему должны строить? И говоря о том, почему должны строить, сторонники строительства АЭС называют дефицит электроэнергии в Казахстане. В то же время некоторые эксперты отмечают, что в Казахстане достаточно мощностей для выработки электроэнергии. И, допустим, экономист Айдар Алибаев считает, что лучше провести полноценную модернизацию наших ТЭС и ГРЭС, а также устранить имеющиеся потери при передаче электроэнергии, что надо больше уделить внимание современным возобновляемым источникам энергии. Экономисты также считают, что в Казахстане нет условий для строительства АЭС. Что можете сказать по этим предложениям? Ну, здесь, если глобально смотреть, то есть это стратегический, вообще говоря, вопрос. И вот почему мы говорим про атомную энергетику. Речь идет не о строительстве атомной станции, а вообще о развитии атомно-энергетического сектора. Да? А на сегодня у нас базовая генерация
это угольная. Ну, все знают, что угольная. По климатической вот адженде, которая вот последнее время обострилась, угольная генерация будет обжиматься. В любом случае мы должны замещать ее какой-то базовой генерацией, ну, такого же уровня, масштаба и так далее. Ветровая, солнечная для этого не годится. Это источники переменные. И, в принципе, даже вот формально, если мощности брать, ну, допустим, сейчас, на сегодня, около 20% установленных мощностей, доступных в энергосистеме, это ВИЭ. Но генерят они всего 6 с небольшим процентов электроэнергии. Ну, понятно. А почему атомная? Ну, атомная промышленность у нас, во-первых, развита. Это Казатомпром. Первое место по добыче урана, второе по запасам урана. Не только добыча, это одна из немногих отраслей, где достигли достаточно высокого уровня передела. Ну, в общем-то, других у нас вариантов немного. Там газовая генерация, газ ограничен. Гидроресурсы у нас тоже небольшие. И имея такой ресурс, как урановая промышленность, вообще атомная промышленность, логично было обеспечить вот, замещение, постепенное замещение угольной генерации атомной, ну, чтобы не остаться в стороне. Тут вопрос возникает еще стоимости, правда, у нас еще впереди, не хочется забегать вперед, но все-таки просто сейчас... Ну, стоимостные характеристики, да? Вы назвали ранее стоимость киловатт-час электроэнергии на АЭС, что это около 26 тенге или 6 центов, вы еще добавили, что и выше. Из чего складывается эта сумма, и, может быть, по этим расчетам гораздо выше? Не, ну там, честно говоря, когда вот я сам не экономист, но когда вот мы привлекали экономистов для просчета вот этих финансово-экономических моделей, ну 6 у нас получалось, это по вот этим вот коммерческим стандартам. 6 центов? 6 центов за киловатт-час. Ну, доходило до 12, когда вот начинаешь эти параметры крутить. Но если там, скажем, минимизировать вот АРР, там, стоимость кредита и так далее, можно дойти до 2-3 центов. Ну, это, я говорю, это условие финансирования. То есть в основном стоимость, она зависит не от капитальных затрат первоначальных, а от стоимости денег. То есть условия кредитования, условия отдачи этого кредита и так далее. То есть в себестоимость будет включать возмещение кредита, да, то есть получается? В том числе. А все это будет ложиться на бюджет потребителей? Да. Или еще какие-то планы по частичному субсидированию или спонсированию? Пока без, пока без. А если это вызовет недовольство потребителей с учетом инфляции и... Ну, тарифы напрямую не зависят от себестоимости генерации, это же общая сетевая стоимость. Например, вот когда вот сейчас мы по тарифам смотрели, а сейчас вот в тариф не включаются вот эти вот расходы, которые в поддержку, там, скажем, той же возобновляемой энергетики. В любом случае, это же из бюджета, это же из налогов граждан. Да, но мы не претендуем на налоги. Это нормальная коммерческая, вообще говоря. А источник откуда возникает вопрос тогда? Это обычный проект коммерческий. Что значит источник? Ну, понятно, что это все из тарифа будет идти, да. Но на тариф, кстати, вот на тариф нагрузку тоже рассчитывали. Там добавленная вот дельта, которая на тариф ложится от строительства атомной станции, ну, скажем так, ниже, чем добавка от строительства других источников, включая там, скажем, угольную генерацию, газовую и так далее. Ну, газовая, вот, самая дешевая, это газовая, с газовой сравнивается. Экономисты даже обращают внимание на то, что сейчас стоимость получения электроэнергии от ВИЭ гораздо ниже, в 5-6 раз ниже, чем от АЭС. Ну, это ошибка. Ну, не ошибка, это, конечно, аукционные цены берут. Обычно берут аукционные цены и начинают сравнивать. Но никто не говорит о вот этой скрытом финансировании, которое покрывается за счет тарифа, за счет поддержки государства, то есть освобождение от налогов, то же самое. Да, это мы залезли в бюджет национальный, значит. Это никто не учитывает. Плюс еще одно есть. Не учитываются расходы на вывод из эксплуатации и утилизацию оборудования. Но в проекте АЭС мы это все учитываем. Включаем в себестоимость, поэтому такие цены получаются. Возобновляемых источников энергии, вы в интервью говорили раньше, что в отличие от атомной энергии, они не могут служить мощностям базовой нагрузки, потому что ветер дует, а солнце светит не всегда. И как быть тогда с тем фактом, что АЭС, особенно с водоводяными реакторами, нужно каждые полтора года останавливать на несколько недель, чтобы заправить новым топливом? Ну, это и есть базовая нагрузка. Ну, то есть планопредупредительные работы, они ведутся на любом промышленном объекте. То есть это закладывается в расчет. Ничего тут такого необычного нет.
То есть вот с учетом всех этих остановок коэффициент использования установленной мощности на атомных станциях, она, ну, на современных станциях больше 90%. Ну, ВИА, я вам сказал, какой коэффициент. А во время вот этих остановок что будет? Ничего. Ну, другие мощности, это уже в энергосистеме смотрят. Еще на аргумент о том, что иногда нет солнца, иногда нет ветра, сторонники возобновляемых источников энергии отмечают, что все это решается умными сетями, грамотным распределением электроэнергии и накопителями электричества, что в отличие от атомной энергетики в сфере ВИЭ есть огромные инвестиции в улучшение технологий, что каждый год наблюдаются технологические прорывы. Не, ну да, нормально. То есть, в принципе, вопрос замещения базовой генерации этим не решается. Понятно, что это дорого, во-первых, потому что, если честно все считать, вот сейчас убрать все эти вот плюшки, то возобновляемая энергетика очень дорогая. Итак, вопрос, какую станцию планируют построить и кто будет строить? Итак, в шорт-листе сейчас 4 поставщика, да? Из Южной Кореи, Франции, России и Китая. У вас есть на руках уже предварительное предложение от этих компаний с подробностями? И чьи предложения на данный момент кажутся более подходящими и почему? Ну, исторически, в общем, в 2019 году мы собрали предложения от ведущих вендоров, ну, кроме Вестингауза, американского, тогда у него сложные были, ну, знаете, Вестингауз банкрот и так далее. Разрешите объяснить, да, вендор – это поставщик, да? Поставщик. То есть, ну, это ведущие, вообще говоря, компании, которые производят атомные энергетические реакторы, станции строят и так далее. Собрали 13 предложений, сделали систему оценки, то есть эта система критериев была разработана вместе с Минэнерго, отобрали 4, которые вы назвали. То есть по этим 4 проектам в 2022 году актуализацию сделали, доработали систему критериев с консультантами, это французская компания Assystem, они вот во многих местах работают, в частности вот в АКУЮ, ну, потому что в Турции часто вспоминают АКУЮ, вот, там работает Assystem. И провели вот оценку предложений, ну, ранжирование и так далее. То есть, в принципе, мы на сегодня, ну, я не могу сказать, что какой-то из них имеет преимущество, потому что у каждого есть свой плюс, свой минус. Допустим, там, ну, вот мы все время говорим, что для надежной работы атомной станции мы должны обслуживание, и все это, чтобы было отечественное. Ну, специалисты, естественно, наши будут. И плюс мы должны обеспечить станцию своим собственным топливом, ну, чтобы не бегать по миру, не искать это топливо. На сегодня, значит, вот французский проект EPR и китайский Хуалунгуан, они, ну, топливо, которое производит Казатомпром, под них подходит. То есть, в принципе, как бы мы продолжим, если по этим проектам, то собственное топливо уже есть. Обслуживание, как эта вся построена система обслуживания, подготовка кадров. Ну, кадры у нас, это тоже вопрос все время задают, кадры у нас, конечно, есть, но это ядерщики, которые работают на исследовательских реакторах, ну, то есть уже более 60 лет. И, в принципе, вот эта базовая подготовка у нас есть. Ну, в каком-то смысле исследовательские реакторы, они сложнее, чем реакторы атомной станции, поэтому хорошие, ну, хорошие знания ядерной физики и реакторной физики. Вот на этой базе мы, естественно, будем готовить операционный персонал для атомной станции, когда уже выберем. То есть на данный момент из 4 поставщиков по части обеспечения топливом наибольшие преимущества? Легче всего, да. Легче всего 2 и Франции. Скорее, с Южной Кореей, KHNP, с ними уже договоренность есть, что в случае выбора их реактора они полностью передают технологии производства нам топлива. Ну, с Российской Федерацией, там, учитывая то, что в Советском Союзе Ульба, Усть-Каменогорский завод, производила до 80% ядерных таблеток топливных, в принципе, предварительные разговоры идут, но окончательного, как бы, согласия еще нет. У южнокорейского варианта какие плюсы и минусы, коротко? Южнокорейские, у них очень хороший пример есть. Они в Арабских Эмиратах запустили вот станцию Барака, 4 блока. И на сегодня это считается, ну, как бы условно золотой стандарт по организации проекта. Выдержанные сроки, финансирование, ну, то есть уложились, и качество работ хорошее. На общественных слушаниях прозвучала версия, что, возможно, будет рассмотрен вариант с южнокорейской компанией и с мощностью, которую они предлагают, это два реактора, общие 2800. Да.
Ну, достаточно мощные реакторы. Есть, конечно, проблемы при подключении к казахстанской сети, потому что у нас сеть, вообще говоря, небольшой емкости, ну, относительно, конечно. И есть проблемы вообще при подключении вот этих вот реакторов, но они решабельны. Почему именно этот вариант решили рассмотреть по плане, если учитывать, что они большие мощности, 2800, а потому что у других стран, кажется, меньше, да, мощности? Ну, там 1200, а у этих 1400 реактор. Ну, то есть там разница небольшая. На общественных слушаниях рассказывали об этом варианте, и можно ли сказать, что это один из таких преимущественных вариантов? Нет. Ну, рассказывали о всех вариантах. То есть я же говорю, у каждого есть свой плюс-минус, да? Вот Корея, она далековато, допустим, да? И, ну, есть там технические вопросы, о которых это можно не говорить пока. Не потому что я скрываю, а потому что там, если мы сейчас начнем разговаривать по вот этим вот мелочам, которые мы там прокачиваем сейчас, да, это такая техническая, вообще говоря, специфическая, это самое, я думаю, малоинтересно людям, да. Ну, нормально, приемлемый вариант. И то, что 1400, то есть это вот надо уже с сетевиками разговаривать, то есть можно подключить такой реактор к сети или нет. Ну, предварительно одни говорят можно, другие говорят нельзя, ну, в общем, разговор идет. Подготовка кадров. Ну, вот большинство наших ядерщиков, которые там где-то вот в этой сфере бегают, у нас вообще ребята-то уже есть, которые работали на атомных станциях, там это, они в основном получили российское образование. То есть это МИФИ и Томский политех. Ну, сейчас технический университет называется. То есть вот это нормативная база, язык документации, это тоже важно. Ну, для обеспечения безопасности понятно, что документация должна быть понятна, чтобы что-нибудь там неправильно не прочесть. Остальные нам дают документацию на английском, допустим. Ну, значит, придется людей там английскому учить. Вот. С учетом того, что вы перечислили, с учетом того, что вы ранее сказали, что Корея далека, могут ли некоторые увидеть намек в том, что это все-таки будет Россия? Ну, вот тоже вопрос такой задают, но нет, это не намек. Потому что, как говорится, если смотреть вот конкурентные всякие преимущества и так далее, то формально, допустим, китайские реакторы. Это флагманский у них проект Хуалонгкуан. Они два уже запустили блока в Пакистане. У себя там 20 с лишним блоков строят. То есть в этом смысле китайская атомная энергетика, она на много лет вперед уже такие вот объемы огромные имеет. То есть у них есть намерение, вообще говоря, построить там 100 с лишним блоков. То есть в этом смысле будет надежное обеспечение обслуживания. Ну, как обычно, запчасти, там еще что-то там понадобится, модернизация и так далее. В этом плане, конечно, тоже это вот плюс китайского варианта. А риски какие у китайского варианта? Риски, ну, как у всех, в общем-то, насколько мы там сможем договориться. Ну, сейчас, по-моему, такие минимальные риски, вообще говоря, с китайским вариантом. Ну, есть проблема с языком документации. То есть они не так много за рубежом работали. Единственный проект – это вот Карачи. Сейчас вот они два блока пустили. И станция Чашми вот, тоже в Пакистане. И все. То есть, и влияние на экологию, среду? На экологию у них примерно одинаково, никакого. А вот по Росатому говорят, есть риски. Вы можете перечислить тоже? А какие там риски, говорят? Ну, возможные санкции. А, не, ну, это я про это и говорю, комплектующие. То есть, в принципе, это, конечно, тоже такой политический вопрос, но санкции иногда, конечно, сказываются. Допустим, есть задержка в проекте на Аккую. Германия не пропустила сименсовское оборудование, и сейчас идет перепроектирование под китайское оборудование. Ну, вот это и есть тот самый минус. Ну вот из-за этих процессов некоторые оборудования, да, не поступают в Турцию. И высказывается опасение, что если Казахстан все же выберет Росатом, то помимо проблем строительства под санкциями, ожидается запрет на покупку обогащенного Россией ураном. В частности, эксперт Асет Наурзбаев предупреждал об этом. Ну, если уж там совсем обжмут, там, не знаю, все повыключает, обогащение мы можем купить где-нибудь в другом месте, услуги эти, рынок большой. В принципе, у нас кроме вот изотопного обогащения, или еще иногда называют разделение, таких, все остальное у нас есть. То есть вот до обогащения у нас есть, потом конверсии у нас нет, конверсия – это перевод в гексаторит, и само обогащение. Дальше у нас тоже все есть. Но обогащение, если вдруг Россия закроет, рынок есть, вот мы в том же Китае можем купить или там во Франции. Конечно, там немножко дороже будет, потому что сейчас наиболее эффективная технология – это вот российская. Но, в принципе, есть такая возможность. А потом я не думаю, что это какая-то проблема.
А вот опасения касательно еще больше нарастающей энергетической зависимости от России. Ну вот если мы не построим атомную станцию, зависимость будет расти. Потому что, ну, вы знаете, сейчас вот в пиковые часы мы покупаем электроэнергию из России, которая дороже, чем наша, значительно. И за счет этого, вообще говоря, вот та самая зависимость и возникает. А если мы будем раскручивать свою собственную энергетику, ну, включая атомную, тогда вот зависимость будет менее. Вот говоря снова о энергетической зависимости России, говорят, что это не только энергетический зависимость, но еще и кредит же, допустим. Кредитор все равно может влиять на... Ну, кредит мы можем не в России брать, если, например, в России сейчас денег нет. Где там кредиты? А где планируете брать? Предварительная расчетная стоимость – это 10-15 миллиардов, да? Да. Но, в принципе, вот эти вот миллиарды всегда, это же... Когда вот конкретный проект будет, мы конкретно уже по конкретной площадке будем привязку делать, и уже когда вот пойдет расчет вот проектно-сметной документации, тогда уже можно говорить окончательно о стоимости. То есть тогда вот условия раскредитования, ну, финансирование – это отдельный вопрос, по которому мы так плотно пока не работаем, но предварительные такие разговоры ведем. Там, допустим, вот с французами, там правительство готово дать правительственные гарантии под 85% стоимости проекта. Это что значит? Правительство дает гарантии, под эти гарантии в банках берем деньги. Под 85%? Нет, 85% стоимости работ, угу. Под них даются правительственные гарантии. Под какой процент? Ну, процент это уже с банком обговаривается. То есть я же говорю, это вот как раз про, как бы предмет переговоров. Но сейчас, на сегодня, коммерческие кредиты где-то 7,8% годовых. И отдача идет после начала работы станции. Ну, то есть там есть этот период. И вот, кстати, дальше стоит вопрос о сроках окупаемости. Все время говорят, а когда окупается проект? Окупаемость – это тоже переменный параметр. То есть чем короче срок окупаемости, тем дороже вот эта отдача кредита. Поэтому если удастся там растянуть, скажем, на 20-25 лет, тогда уже значительно снижается средняя стоимость кредита. Вот. С корейцами такая же система. То есть там есть экспортные и импортные всякие поддержки, поэтому за счет этого они почти полностью могут закрыть проект по финансированию. Китайцы вообще говорят, 100% закроем сами. Поэтому ну, это вот, рассматриваем разные схемы. Там, как вот участвовать будет поставщик, будет он там в нашей компании, совместное предприятие будет, или как вот, разные варианты просчитывают. А по источникам финансирования план получается полностью все 100% на кредит или нет. Еще какие-то? Ну, обычно свои собственные средства, ну, организуется же компания, то есть, которая строит, ну, это как вот говорят, Special Project Vehicle, SPV. Это компания, которая берет проект, и в собственности этой компании будет проект. Вот участие наше в этой компании. Либо мы 100% сами будем, либо привлечем туда еще остальных там. Ну, чаще всего, как рассматривали вариант, что в этой компании мы будем работать совместно с поставщиком услуг, ну, поставщиком атомной станции, чтобы заинтересовать его в, ну, в удачности проекта, в успешности. Но здесь, конечно, надо решать вопросы, это уже с юристами. Как мы будем владеть, какие условия владения проектом? Под словом «вы» подразумеваете вашу компанию или да. Казахстан? Или... Ну, Казахстан, могут нас, конечно, подвинуть, там более крутые ребята. Но когда проект пойдет, всегда находится много таких, как сказать, желающих. Вообще это экономически выгодный, то есть это выгодные инвестиции, долгоиграющий проект, защита инвестиций и так далее. Разделение как будет? Допустим, вот 100% допустим, денег, из них там 70% берет та компания, 30% та компания или наоборот государство. Вот как будет разделение вот этих? Это и будет предмет переговоров. То есть, как я сказал, сейчас мы смотрим чисто коммерческий подход. То есть, считаем, что здесь государства нет. А если вдруг будет заинтересованность государства, тогда, естественно, всякие там, ну, те, в том числе экономические плюшки можно от государства получить там. Ну, как вот для ВИЭ там, допустим, дают там освобождение от налогов. Ну, я налоги, конечно, это... считается, вот как мы там на плакатах разных рисуем, сколько налогов поступит в государство, ну, хотя бы освобождение от пошлин, допустим, импортной, там это уже хорошо. Ну, в любом случае, участие государства неизбежно же, потому что это огромная сумма. По-хорошему, да, по-хорошему, да.
Потому что там все равно, если компания будет брать какой-то кредит, ну, кредит такой серьезный, и, возможно, понадобится, ну, скорее всего, даже невозможно, скорее всего, понадобится суверенные гарантии от государства. Ну, то есть мы деньги, например, в банке берем, но гарантии берем от государства, что государство в случае, если банкротство нашей компании, государство закрывает этот кредит. Ну, типа такого. А с учетом того, что какие-либо проекты, которые могут быть долгостроями, а я все-таки... предполагается, что он будет строиться долго. Обычно с учетом инфляции и других экономических моментов стоимость по ходу может расти. Да. Ну, это и есть дисконт. Это вот как раз в финансово-экономических моделях вот дисконт. Можно сказать, что это сейчас 10-15 миллиардов, но в будущем будет еще больше. Не, это все в экономике рассчитывается же. То есть вот тот самый дисконт – это стоимость денег. То есть там, допустим, на 15 лет вперед там прикидывается, как, какая будет там стоимость денег. То есть уровень инфляции, там еще какие-то параметры, там курсовая разница, там, ну, куча параметров, по которым вот оценивается этот дисконт. То есть в любом случае, с учетом анализа на 15 лет, не будет больше 15 миллиардов, да, получается? Не, может быть больше. С условиями нет. То есть чем дальше тянем, тем, вообще говоря, сложнее будет работать. А, ну и девальвацию, да, еще учитывают, да, в Казахстане? Нет, если, это... допустим, лет 10 назад там доллар стоил 180... Это потом... курсовая разница. Учитывают, да, тоже? Да. Тоже, кстати, не очень предсказуемо. Ну да. То есть там тренды берут, их экстраполируют, а там черный лебедь, там, допустим, на нефть бух спрос. А договор будет по фиксированной сумме, да, получается, если мы договоримся? Там разные есть варианты. То есть это тоже, вообще говоря. Вот, допустим, там Россия предлагает нам open book. Это значит, они будут динамично рассчитывать цены там, на оборудование, на услуги и так далее, в зависимости от рыночных условий. Металл подорожал, значит, они подорожают. Подешевело, они подешевеют. Как бы плавающая, да, такая история? Да. Но это надо думать, то есть, что выгоднее. Но это же рискованно для того, кто берет кредит. Ну, кто-то считает, что наоборот. То есть, это тоже дискутируется. Или фиксированные цены. Обычно фиксированные цены, это закладывается, естественно, маржа и за риск. То есть, здесь распределение рисков еще играет большую роль. Допустим, вот проект Вакую, БиОУ, почему там такой дорогой, дорогая становится энергия, они когда в 2013 году, что ли, подписались, и PPA-контракт, это контракт на выкуп энергии, он был тогда подписан на 12,35 центов за киловатт-час, причем это выкуп половины энергии, а то иногда там... Тот же экономист говорит, что это цена. Это выкуп половины энергии. Это фиксированная была цена. Они сейчас по этой цене будут выкупать. Выкупать будет французская, это турецкая компания. Да? И на этих условиях Росатом он считает, что он свои инвестиции вернет с маржой за 15 лет эксплуатации этой станции. То есть этот BOO-контракт, это как раз build on operate, то есть полностью хозяином этой станции будет Росатом, который в течение 15 лет отбивает свои деньги. Но это вот такие вот условия жесткие были, потому что весь риск за проект идет Росатому. Поэтому Росатом накидывает эту маржу, потому что есть риск. Если мы разделяем риск, естественно, проект становится дешевле, потому что мы берем часть риска на себя. Предложения Росатома аналогичны, как с Турцией? Они говорят, все равно. Могут и EPC-контракт сделать, это... обычный под ключ, могут BOO сделать. Ну, сейчас вот фонд Самрук-Казна прорабатывает вариант BOT, это в конце трансфер, то есть они какой-то период работают по BOO, а потом остатки нам возвращают по остаточной там стоимости. А в договоре стоимость будет зафиксирована в рублях или в тенге? Это тоже переговоры. То есть, в принципе, ну, сейчас вот, например, все проекты ВИ, они идут в долларах, допустим, да? И тут как раз курсовая разница начинает играть. Поскольку проект большой, а привлечение местных у нас ресурсов будет, ну, то есть там местное участие, как оно называется, в районе, ну, вот в период стройки, он достаточно высокий будет. Ну, вот у нас насчет кадров, когда говорят, у нас около 600 человек работает сейчас на проекте Акую казахстанцев. И есть компании, которые могут предоставлять услуги, там, строительно-монтажные работы, там, прочее. И, соответственно, здесь мы можем работать в тенге. Ну, то есть выгоднее в тенге работать. Если, значит, говорить об оборудовании, там, может быть, выгоднее там зафиксировать в рублях там или в юанях там, или в вонах. Ну, в целом, независимо от поставщика, именно договор кредитования, он будет заключен в долларах? А это смотря где будем брать деньги.
Ну, скорее всего, в долларах, потому что это международная валюта. Если с долларом что-нибудь не случится. Сейчас же тоже вот это... По фиксированному курсу? Ну, опять разговоры. То есть, естественно, если фиксированный курс будет, то он будет заложен с какой-то, ну, добавкой за риск. Это вот к моменту заключения контракта надо будет все это просчитывать. То есть я думаю, что мы подтянем, конечно, экономистов, которые там, финансистов, которые следят за рынком финансовым. Может быть, в долларах, ну, скорее всего, в долларах, потому что это международная валюта, мировая валюта. Может быть, еще в чем-то там. Там же вариантов много всяких. Ну вот главный риск то, что в Казахстане лет 10 назад доллар стоил 180 тенге, потом 360, сейчас не, ну, это курсовая в диапазоне разница. 450, да. 480. Там некоторые говорят, до 500 дойдет. И есть ожидание самое пессимистичное, что и до 1000 может дойти в будущем. Ну, 1000 – это если экономика грохнется совсем. Да, вот. Но с учетом уж... такие риски тоже просчитываете? Нет, 1000 мы не просчитываем, конечно. Ну, 500-600, допустим. 500-600 может быть, да. Ну, вот я говорил, мы... Тогда стоимость еще возрастет же, да? Не 10-15 миллиардов. Нет, почему? Не возрастет. Ну, потому что стоимость же в долларах, а доллар в пересчете на тенге будет еще дороже. Ну, так мы эти доллары дорогие возьмем и все закроем. Теперь о том, где планируют построить. Упоминаются вот эти места, которые близко к водоему. Вопрос об использовании воды. Например, ту, которую в таких АЭС используют для конденсирования пара, сливают затем обратно в водоем. Так же ведь? Нет. Нет. В случае с Улькеном источник воды для АЭС будет озеро Балхаш. О каких объемах воды речь? И с учетом того, что постоянно говорят о том, что это озеро мелеет, западная часть. Ну, понятно, да. Это вопрос, который все задают, в общем-то, когда вот эти вот обсуждения публичные идут. Один из наиболее часто задаваемых вопросов – это вода. Ну, по воде там, ну, с чего начать? Вот, допустим, что такое атомная станция? На самом деле, это обычная тепловая станция. Вместо там угольного или газового котла стоит атомный реактор. А дальше все как на обычной станции. То есть, с атомного реактора там вода циркулирует внутри. Вот сейчас водоводяной, почему называется? Первый контур водяной, второй тоже водяной. То есть, внутри реактора, который циркулирует вода, она нагревается там до высоких градусов, 300 с лишним, давление большое, но остается все в реакторе. Есть теплообменник, куда эта вода поступает и нагревает второй контур. Контакта там физического нет. Там куча трубочек, которые отсюда идут и которые отсюда. Идет теплообмен. И вот этот второй контур, нагретый, который к реактору никакого отношения не имеет, он идет на турбины. После турбин пар, отработанный пар конденсируется вот в том самом конденсаторе. Если станция на море стоит, самый дешевый способ – это прямоток. То есть сколько-то воды забирает, сколько-то воды это выкидывается. Там есть требования по разнице температур входной и выходной воды, обычно 2-3 градуса. Ладно, ну, это... море. Сейчас более распространенная версия именно озера. Да, переходим к озеру. О каких объемах, да. Вот, переходим к озеру. То есть объемы воды для ограниченных водоемов. Это малые реки, вот как в Беларуси в Островце, там на небольшой речке стоит озеро, как у нас там Балхаш, допустим, да? Ну, такого типа. А обычно ставятся башенные градирни. Ну, здесь вот в Астане, если посмотреть, есть там на тепловых станциях пары, ну, такие трубы широкие, большие, из которых пар идет, да? Вот то же самое на атомной станции. То есть в этом смысле она ничем не отличается. Расчет и опыт. Ну, мы смотрели, последний проект был белорусский, поэтому их тоже посмотрели, как у них там это реально делается. По проекту не более 63 миллионов кубов в год потери воды на градирнях за счет испарения. Там, как понятно, да, вот второй контур приходит на эту градирню, он охлаждается это опять же. Это требуемый объем, да? Требуемый. Нет, не требуемый, проектный. Проектный. Да, проектный объем. То есть, в принципе, потери воды идут вот на испарение, ну и эти аэрозоли выкидываются и так далее. 63 миллиона кубов на два реактора по 1200. И... А если по 1400? 1400, ну чуть больше, ну 70 там. То есть мы 1400 детально не смотрели, пока 1200, потому что три проекта 1200. Это один только 1400. Ну, порядок примерно такой же. То есть в 22-м году... южнокорейский вариант под Балхаш еще не смотрели, да? Ну, мы вообще никакой проект еще не смотрели. Это же прикидочный. Мы же еще конкретный проект мы еще не выбрали. То есть мы говорим, ну, как сказать, оценка по аналогу. И, в принципе,
63 миллиона кубов – это сколько? Когда с водниками разговариваешь, они говорят, это вообще тут разговора нет. Потому что с поверхности Балхаша в год испаряется где-то около 19 кубических километров. И вот эти 60 миллионов кубов составляют 0,3% от этого объема воды. Соответственно, ну, о влиянии атомной станции на озеро речи нет. То есть это мы уже, все специалисты-водники с этим согласились, согласны. Вода с градирования не возвращается туда. Ну, там иногда вот эти вот остаются. Имеется в виду, просто водники говорят или есть конкретные исследования? Такие есть научные? Не научные исследования, есть проектные решения. То есть вот реально, допустим, вот белорусский проект, он 63 миллиона кубов, мы оттуда цифры взяли. А это кем утверждено, допустим, Министерством экологии или там водных ресурсов? Утверждения никакого нет, вот еще раз, проекта нет. Вот когда проект будет, тогда будет утверждаться там Минэкология и так далее. С Министерством водных ресурсов. Недавно мы были во Французской республике, значит, в городе Париже и в городе Орлеане. Ну, это была командировка водников. Может быть, знаете, сейчас правительство Франции, оно финансирует исследования по управлению водными ресурсами в Центральной Азии, в том числе в Казахстане. Да, еще говорилось об исследовании местности Балхаша вместе вот, с французами. Да, вот в этом, ну, в этом, как бы в этой программе как раз первый проект – это разработка мастер-плана для бассейна Балхаша. Нас это почему интересует? Потому что устройство для охлаждения, вообще технология охлаждения, она будет рассчитываться из проектных объемов воды в озере Балхаш. То есть не влияние станции на озеро, а озеро на Балхаш, озеро Балхаш на атомную станцию. В этом плане нас, конечно, это интересует, поскольку можно сделать, конечно, сухие градирования, как вот Узбекистан сейчас рассматривал для своих станций. Это вообще без использования воды. Ну, технология простая, это как вот радиаторы на автомобиле. Но это требует немножко больше денег, и идут затраты мощности на обслуживание этой установки собственной. А эти итоги исследований с французскими специалистами, они уже вышли или еще? Не вышли, только начинаются. Мы же, я говорю, вот недавно совсем ездили в июле. А с учетом вот водного дефицита, на который сетуют экологи, отмечают эксперты, что не исключается возникновение ситуации, когда для охлаждения не будет хватать воды. Ну, для этого мы и делаем проектные эти расчеты. Ну, чтобы посмотреть, сколько там будет. Ну, все говорят о том, что вот китайцы возьмут, перекроют Или, там, или где-нибудь используют эту всю воду. Не только в целом, не только Балхаш, но в последние годы в целом водоемах Казахстана на территории, в том числе и в трансграничных реках, в том числе в Каспийском море, наблюдается прям заметное снижение уровня воды. Колебания уровня. То есть это, в принципе, вот с Каспийским морем, кстати, когда вот мы те первые проекты смотрели, там же на Каспии тоже смотрели, как уровень. Это колебания. То есть он приходит вода, уходит вода. То есть если смотреть историю эксплуатации БН-350, вот Мангистауского атомного энергокомбината. Кстати, вот мало народу, оказывается, знает, что у нас атомная станция работала. Ну да, был там же реактор еще до конца 90-х, только до конца 90-х его. Стормознули, да, в 99-м. И как раз вот там, где водозабор был, он то оголялся, то, наоборот, захлебывался. То есть уровень воды на Каспии все время ползет туда-сюда. Это же как раз говорит об неустойчивости, что стабильного нет вот этого уровня воды. Хватает воды. Например, на Балхаше такая же картина. То есть Балхаш приходит, уходит. То есть уровень все время меняется. Где-то с цикличностью 20-25 лет. Ну, под это, естественно, будет проектироваться, это естественно. Помимо гидрологического фактора, также рассказывалось о сейсмических рисках. Угу. Ранее общественники и экологи указывали на то, что предполагаемое место вот этого строительства в этом близ поселка, сельская зона. Да, что в 5-8 километрах есть большой тектонический разлом. Угу. Проводились ли какие-либо сейсмологические исследования и какие выводы по ним есть, заключения? Заключение простое. Значит, во-первых, есть СНИПы, где устанавливается сейсмичность района. Да? По разломам работы тоже были. Но вот когда мы смотрели два этих района на пригодность для размещения там атомной станции, естественно, все это смотрелось. То есть сейсмик – это такой стандартный. Там ничего такого удивительного нет. Все эти разломы. Потом разломы бывают активные, неактивные. Активность разлома смотрели. Ну, итог какой? Просто исследование. Итог вы пригодный. Сказали, что… Не, пригодные. Там… Я говорю, пригодные, да. Потому что те же разломы, некоторые ученые, профессоры говорят, что они непредсказуемы, что могут там... Жизнь, она вообще непредсказуема.
не может такого, тысячи лет, не тысячи. То могут есть... через тысячи, а могут завтра, то есть да непредсказуемо. Нет. Во-первых, у нас есть институт сейсмологии, потом в составе Национального ядерного центра есть институт геофизических исследований, там работают нормальные специалисты геофизики. Они то выдали есть, заключение, да? Естественно, естественно. То есть это вопрос вообще для любой стройки. То есть атомные станции, они вообще говоря, выдерживают, ну, есть технологии, которые позволяют строить станцию так, что она выдержит до 9 баллов. Допустим, вот в Фукусиме, там же со станцией-то ничего не случилось, хотя тряхануло знатно. Да, цунами стало. Цунами стало, да. Причем вторая волна. По экологии. Экологи выступают против строительства АЭС. Например, известный эколог Мэлс Элюсезов указал на то, что атомная станция будет производить тепло, которое будет за счет озера Балхаш. И есть опасения, что озеро... испарится. Да, что там умрет вся флора и фауна под воздействием. Ну да. Но это при условии, если бы вода будет возвращаться в озеро, она не возвращается. Это только один риск? Ну а какой еще? Ну, озеро не будет перегреваться, потому что озеро вообще никакого отношения не имеет к системе охлаждения. Также экологи обращают внимание на то, что вот риски, которые будут возникать из-за долгого строительства, то, что вот 10 лет будут строить, и за эти 10 лет вот этот дефицит энергии, который сейчас существует, он не решится, что он будет еще возрастать с учетом там, увеличения количества потребителей в стране. Непонятно, поэтому и надо запускать быстрее проект. То есть, в принципе, так вот отодвигать проект, потому что он долгий, так не бывает. То есть, если мы сегодня построим атомную станцию, то мы на, ну, грубо говоря, на век вперед обеспечим энергией нашу индустрию, нашу экономику. Сегодня имеете в виду 2030 какой-то год? Ну, если будет принято решение, то лет 10-11 будет. То есть, это на самом деле стройка-то... Расчетный прогноз какой? К какому году? 35-й. Ну, мы все время это сдвигается, поскольку вот мы в 18-м, когда работали, да, мы думали, что к 30-му году мы запустим первый блок. Но потом тормознули проект, снова это оживилось. Но вот сколько уже лет прошло, решение так и не принято о строительстве. То есть, как только будет принято решение, мы уже готовы двигаться дальше. И если вот в этом году референдум будет положительный, к концу года, надеюсь, правительство примет решение по району строительства. Ну, мы рассматривали два района, как я говорил. Мы предлагаем Южный Казахстан. Но окончательное решение о районе должно принимать правительство. Ну, мы свое обоснование дали, рассмотрели. Вариант с Курчатовым отпал, да? Не отпал, но он для первой станции мы предлагаем именно вот этот восточный, юго-восток, юг. Вторую станцию будете рассматривать? Для вторую пока не рассматриваем. То есть дальше... Есть планы, да, будущее? Планы есть вообще по разработке программы развития атомной энергетики на основе разработки энергобаланса страны. То есть мы же атомную станцию не потому, что она атомная, это энергостанция. Соответственно, мы должны смотреть, сколько нам энергоисточников, какого типа, в том числе, там, скажем, те же угольные надо сохранять, может быть, там до какого-то... Не уберем же мы их сразу... ВИА, сколько там будет обеспечить энергии, где и так далее. То есть, вот, допустим, для ВИА нужны маневренные мощности, чтобы, ну, вот вы говорили, накопители, маневренные мощности. И малые модульные реакторы, вот, которые современные, они позволяют работать в режиме маневренных мощностей. Большая станция тоже может работать. Вот французская станция, еще один плюс ее. Реактор заточен под работу в маневренном режиме. То есть это франко-германская разработка. Ну, Германия в свое время тоже атомные станции имела до закрытия. Да, они последние три закрыли. Ну вот, они работали как раз в маневренном режиме. То есть, в принципе, вот Франция более 30 лет опыт имеет. Согласно прогнозам балансу Минэнерго, дефицит электроэнергии в Казахстане к 30-му году, с учетом всех вот этих новых мощностей, которые сейчас на этапе строительства ставят, 13,5 миллиардов мегаватт в час. Это где-то 7 раз больше, чем сейчас. И считается, что даже в этих приблизительных расчетах имеется двухлетний перерыв, когда АЭС еще нет, а дефицит, по данным властей, будет уже такой громадный. И как его будут перекрывать, когда вот эти будут застои, перерывы? Что будут делать, если строительство не закончится срок, опять будет долгострой, отодвигаться? Ведь такой риск... Но это к атомной станции не имеет отношения. Это вопрос, вообще говоря, энергосистемы Казахстана. Это к Минэнерго вопрос. Как они собираются эти дырки закрывать? Во время перерыва? Да, это не к нам. То есть, если мы запускаем проект, естественно, мы даем какие-то расчеты, и эти расчеты ложатся в основу, там, скажем, тех же прогнозов, которые Минэнерго делает.
они учитывают, что там в 35-м году будет запущена атомная станция мощностью там 2,4 или 2,8. И отсюда они делают выводы, сколько мощностей дополнительно понадобится. Вот если вы говорите 2 года перерыв, да, вот эти 2 года закрывать другими мощностями. Там ну, те же газовые ВИА, можно. Да? Ну, можно ВИА, можно газовые. То есть, в принципе, вот эти варианты как раз и рассчитываются. Теперь об утилизации радиоактивных отходов. В каких объемах они будут генерироваться? Заправлять станцию надо каждые 1,5 года и извлекать отработанное топливо. Угу. 1,5 года. То есть каждые 18 месяцев как минимум будут генерироваться вот эти радиоактивные отходы. Угу. Вот в каких объемах и вот место, площадь? Ну, заправляться – это вот, значит, замена топлива сгоревшего. Где-то меняется 25-30% обычно сгоревших этих достают. И отработавшее топливо радиоактивным отходом не считается в большинстве стран. Есть страны, которые его просто захоранивают, а вот в Европе, например, фактически все страны европейские, они занимаются переработкой отработавшего топлива, потому что, во-первых, там остался не сгоревший уран, и самое главное, там образуется плутоний. Это еще один элемент, который используется в ядерном топливе, и использование плутония, она повышает эффективность ядерного топлива там в сотни раз. Ну, радиоактивные отходы, которые образуются, которые не топливо, которые нельзя использовать в топливе, это в основном так называемые минорные актиноиды и актиниды. Это элементы, которые в таблице Менделеева дальше урана стоят. И вот они радиоактивные. И их надо куда-то девать. Куда девать? Либо это значит идет, обычно остекловывают эти отходы, объем у них небольшой. Потому что когда переработку топлива делают, там основная масса уходит обратно это, в топливо. Либо, значит, их сейчас вот есть разные технологии дожигания этих актинидов. А такие сопутствующие отходы... Или захоронение, да, просто? Не, можно захоранивать, а можно вот дожигать, и тогда уже объем -то значительно уменьшается, и тогда уже захоранивать эти мизерные объемы. Вот в год образуется, я же сказал, 50-60 где-то кубометров других отходов, это не отработавшее топливо, а там сопутствующее. А если вот будет захоронение, то какую площадь это займет и какое пространство тоже будет в такой зоне, куда нельзя ступать ничему живому? Живое наступает, это можно вот во Францию съездить, посмотреть, как там все это работает. У них там 56 реакторов работает. И есть, она государственная, по-моему, компания «Андра», которая занимается как раз радиоактивными отходами, захоронением, переработкой и так далее. То есть вот, желающие могут, конечно, съездить во Францию, поглядеть, там ничего такого суперского нет. Опасения экологов, которые нужно огласить, про опасные изотопы. Они, попадая в организм, начинают вступать в реакцию и разрушать ДНК, ДНК-клетки организма. Угу. Такое опасение высказывают вот экологи. Проводились ли исследования по этому поводу? Какие исследования проводились? Кто и какую гарантию может дать населению в плане вот безопасности? Ну, раньше говорили, гарантию только госстрах дает. Вот. То, что в организм попадает, не надо их есть. Зачем вы их едите? Ну, воздух. В воздух ничего не выпадает. То есть возле атомной станции радиационный фон ниже, чем, скажем, вот на улицах гранит, где... Ну, вот в Алмате там, допустим, мы когда мерили, я еще в институте работал... высокий фон, где вот стоит памятник, допустим, гранитом облицованный, да, там высокий фон, потому что гранит светит. Вот, поэтому исследования, конечно, такие проводились, но специально мы не проводим таких исследований. Ну, помимо воздуха еще перечисляют, что это может быть еще с почвы, еще нет, это все учитывается, естественно. То есть с почвы там ничего не выходит, конечно. Если атомную станцию чисто брать, без подготовки там, живая растительность, же трава. А ничего с ней не будет. Потому что с атомной станции ничего не выходит наружу. В общем, исследования есть мировые, а в Казахстане пока не проводились, да? В Казахстане проводились специфические исследования. Там, допустим, вот у нас была проблема в самом начале влияния полигона на здоровье населения. То есть вот такие работы проводились. И документы эти есть. Ну, это как бы к атомной станции не имеет отношения, но есть такие исследования. Угу. Вы провели общественное слушание в ряде регионов? Публичное обсуждение, говорят, потому что общественное слушание... Ну, это юристы сказали. Хорошо. Вы провели, то есть вы участвовали в публичных обсуждениях в ряде регионов. И помните, да, опасения казахстанцев, жителей, которые участвовали, помимо вот этих экологических, экономических и политических, также высказывают опасения, которые связаны именно с человеческим фактором, с коррупцией, да, что
люди боятся коррупции, что, вот, что какие бы новые технологические решения ни были бы, все равно нельзя исключать человеческий фактор, коррупцию или какие-то другие моменты, халатность или еще что-то. Вот можете ли вы исключать, или что будет принято для того, чтобы исключить человеческий фактор в случае строительства АЭС? Ну, халатность – это есть специальные, ну, как организационные мероприятия, чтобы исключить халатность. То есть там, ну, тоже, опять же, я могу, конечно, долго рассказывать, как это все делается. Да, там доступ к ядерным материалам, например, там обязательно правило двух ключей. Там доступ к пультовой, там всегда проходит медицинская свидетельственная подготовка, там это, потом скрининг. Вот я не знаю, насколько это законно будет в Казахстане, конечно, скрининг проводить, но есть такие, например, в Германии обязательно был скрининг. Ну и так далее. То есть по человеческому фактору работа, конечно, идет, и все это тоже совершенствуется, поскольку источником опасности всегда был человеческий фактор. На самом деле вот эти три больших аварии, вот Three Mile Island, Чернобыль, Фукусима, там как бы всегда примешан был человеческий фактор. Поэтому вот персонал готовится, естественно, соответственные тренинги проводятся. Что касается коррупции, ну, коррупция, она везде работает нехорошо. Мы тоже боимся, конечно, коррупции, что мы проект запустим, а там начнется кто-нибудь там своих начнет толкать и так далее, да? Как обычно, который все завалит. Как ЛРТ говорят, вот ЛРТ. Конечно, это такая опасность есть, и против этого какие могут быть? Во-первых, у нас законодательство достаточно серьезное по использованию атомной энергии, и надеюсь, что оно будет, ну, применяться правильно. Ну, законодательство имеется в виду в плане наказания. В плане наказания тоже. А в плане превентивных мер недопущения. Вот недопущение, так это же и есть, когда вот есть это наказание, это и есть одна из мер недопущения. То есть, в принципе, есть вот эти специальные механизмы, там, такие как аттестация, потом вот эти все квалификационные требования. По строительству там тоже есть миллион там стандартов. Вопросы, связанные с многомиллиардными тендерными деньгами, допустим. А, ну, это тоже такой вопрос. Но здесь тендера-то не будет, потому что выходить на тендер достаточно сложно. Это мы тоже, кстати, анализ такой делали. То есть тендеров было, по-моему, 9 в истории, и практически все они были неудачными. Ну, тендер имеется в виду не сам проект, а еще какие-то текущие, сиюминутные? Ну, текущие, сиюминутные, за это будет отвечать, вообще говоря, за качество работ отвечает поставщик. Там же тоже не исключается человеческий фактор при текущих каких-то закупах. Ну да, закупы-то будут проводить эти поставщики. Да, кто-то, допустим, заказал за большую сумму, в итоге закупили что-то дешевое. Нет, это контролируется все. Ну, много механизмов, которые противодействуют. А насчет контроля, вот, допустим, в случае вот проведения вот этого референдума и утверждения строительства, потом выбора поставщика, кто и как будет контролировать работу поставщика, какие обязательства будет нести этот поставщик? Поставщик – это контрактные обязательства, потом применимое законодательство. То есть у нас техническая, конечно, документация, ну, под атомную станцию не проработана. То есть вот когда делали эти предварительные вот эти работы по выбору района строительства, оценки районов, там в основном пользовались документами МАГАТЭ. То есть наша внутренняя документация, она недостаточно детально разработана. То есть у нас общие такие есть, вот законы есть, законодательство есть, а нормативно-правовая, она такая куцая, и нормативно-техническая практически нет. Поэтому все эти гапы закрывали рекомендациями МАГАТЭ. Но это не требование, а рекомендации. То есть МАГАТЭ ничего не требует, оно рекомендует. Потом МАГАТЭ ничего не контролирует, оно советует. Допустим, какие-либо санкции в случае там, срыва договорных обязательств? Ну, вот это контрактные обязательства. Вот какие могут быть, допустим, если поставщик будет недобросовестно выполнять свои обязательства? Ну, это обычный контракт. Расторжение? Нет, ну это уже будем прописывать. Это вот как раз с юристами. Почему юристы здесь нужны, международники, что контракт на самом деле на такого рода объекты – это тоже огромный документ, многотомный. И как раз здесь, естественно, будем привлекать советников, юристов. Пока эти вопросы не прорабатывались? Ну мы нет, у нас проекта еще нет. Угу. Ну в случае, допустим, если кто-то, какой-то поставщик, который будет утвержден, будет срывать все это, будет заново, получается, тендер, либо заново все это? Но если все закроется… Ну, я не знаю, ну, наверное, если совсем закроется. Но вот эти вот компании, которые мы выбрали, они, ну, естественно, мы историю смотрели,
Вот когда я говорил о системе критериев, там вот именно есть история, опыт работы и так далее. То есть все четыре компании, у них положительная история. Ну, условно, допустим, победителем оказался Росатом, а потом санкционное давление усилилось на Росатом и возникли... Форс-мажор типа. Ну, это фантастика. Я не думаю, что там Росатом разгромят, потому что на сегодня там около 80% рынка – это Росатом. Не так-то просто их оттуда сковырнуть. Ну, если Европа избавится от энергетической зависимости. Не избавится. Не, ну если бы там, всякое может случиться, я же говорю, это никто же не ожидал там, что вот война будет, да, которая там сильно толкнула процесс вот этот санкционный. До этого санкции же тоже были, но просто сейчас это все значительно усилилось. Завтра там мало ли что может случиться, там, вот сейчас вот там Израиль с Ираном начнет войну там или еще кто-то, что может повлиять. Допустим, если с Ираном начнется там, значит нефть полетит. Нефть полетит, значит, у нас рынок взбодрится, нефть дороже будет, ну и так далее. Но вот эти геополитические риски тоже просчитываются? Нет, мы это не смотрим. Ну это вот пускай МИД или кто там, специалисты пускай смотрят. Это же тоже специалисты есть по геополитике. Понятно. Ну вот возвращаясь к основному вопросу, доверие населения. Вот в этом году в России, Болгарии, Японии произошла утечка, во Франции, за пределами ядерной зоны произошло пожар, возгорание. И не думаете ли, что, допустим, такое тоже не исключается и в Казахстане? Опять же, перечисляя тот же человеческий фактор или какие-то другие моменты. Можем ли быть уверены, что такое не произойдет? И если такое будет, каков план действия? Ну, во-первых, этих пожаров-то не было никаких. То есть никакой утечки, ничего не было. Ну, когда говоришь «не было», они говорят «а, значит, скрывают». Ну, хорошо, имеется в виду, но такие случаи не исключаются? Ну, хорошо, если какая-то... Во-первых, утечки не может быть на станции. Первое, станция не может взорваться. Некоторые говорят, что взорвется, потому что там обогащение менее 5%. Чтобы взорвалось, надо 80 с лишним процентов, как минимум. То есть оружие делают там с 90% обогащением урана. Поэтому... Атомный реактор вообще не взрывается. Утечка радиации. Утечка радиации. Для утечки тоже, например, на реакторах, вот то, что мы сейчас смотрим, водоводяные реакторы поколения 3, 3 плюс и так далее. Некоторые экономисты смеются, конечно, там насчет этих поколений, но тем не менее, это вот то самое поколение, где применяется ну, глубоко эшелонированная защита против, ну, радиационная защита против утечки и так далее. Керамическое топливо. Оболочка ТВЭЛа, тепловыделяющего элемента, там сталь или цирконевый сплав. Потом идет корпус реактора, это толстая сталь, которая выдерживает там давление и так далее. Потом идет контейнмент, это бетонный контейнмент, который выдерживает, даже если реактор там что-нибудь ее разорвет, там все это полезет, все это в контейнменте остается. Внизу стоит ловушка расплава, если вдруг зона начнет плавиться. То есть вот эта вот куча барьеров, она предотвращает выход радиоактивных элементов наружу в случае там любых возможных и невозможных аварий. В принципе, конечно, утечки такой не будет. Другое дело, там вот бывают аварии там, в электрической части. В основном вот на АЭС, которые инциденты происходили, они происходили в электрической части. Там то трансформатор замкнет, то еще там что-нибудь случится, турбина там где-нибудь вылетит, ну и всякое. Но это обычная тепловая станция. Но поскольку это АЭС, люди начинают на АЭС. А это значит атомная, поэтому там... Если вдруг действительно там, ну, что-то там произойдет, ну, черный лебедь очередной, да, и население решит, ну, там, забастуют, там, плакаты начнут носить, скажут, долой правительство, иначе, ну, остановят станцию, что делать. Ну, как Германия остановила, не умерла же. Там, правда, цены подскочили, но ничего, живут. Ну, Германия пытается решать задачи, то есть, ну... Действительно сложно. Швеция в свое время, там, в 70-х, приняла решение, но когда вот настал период закрываться, они же не закрылись. В итоге какой у вас ответ на предыдущий вопрос, если будут какие-то вот такие инциденты? И... Ну, это решение правительства. То есть, если правительство решит закрыть, ну, закроем, что делать. Ну, тогда надо, значит, компенсацию какую-то. В смысле, в энергосистеме. Я не говорю не про деньги. Ваша компания? Не про деньги. Ну, наша компания, что, вот сейчас референдум будет, минус, да? Допустим, население проголосует против развития атомной энергетики, да? Все, мы проект закрываем и разбегаемся. Как говорится, хозяйство сдаем учредителю и ищем другую работу. Все. Имеется в виду, ваша компания закрывается? Да. Ну, а что делать? Если, ну, если народ решит, что не надо. Как это было, скажем, вот в Австрии. Австрия – это вообще показатель супер.
потому что там была готовая атомная станция, ее должны были запускать, но тут к власти пришли зеленые и первым делом провели референдум национальный, который сказал, что нет, у нас атомной не будет. И вот станция, бух, осталась. Ну что, компанию оставили, там несколько человек, которые следили, там охраняли эту станцию, а все закрыли, топливо вернули. Вы же несколько раз говорили о проекте реакторов малой мощности, разработка которого также занимается ваша компания, да? Какие площадки рассматриваются? Это все тоже возрождение прежних планов построить АЭС, которые рассматривались в 90-х, нулевых? И включает ли это, опять же, тот же Курчатов? И какие есть недостатки у АЭС? Вот до этого упомянули про водоводяные реакторы. Вот. Угу. Вы говорили тогда о плюсах. Теперь еще о минусах. Последний вопрос. Ну, основной минус – это, наверное, то, что это слишком большая мощность для нашей энергосистемы. То есть это вот один из вопросов, который мы решаем с сетевиками. То есть есть проблема удержания сети, если при аварийном отключении реактора. Если плановое отключение, понятно, там все заранее планируется, кто там что будет подключать и так далее. А если вдруг внезапно там короткое замыкание в сети бывает, там где-нибудь еще что-нибудь, и выбьет там какой-нибудь предохранитель, и, соответственно, сработает система защиты реактора, допустим, и выключается там 1200 мегаватт из сети. Это серьезный удар по сети. И вот как быть в таких случаях? То есть есть там системы всякие, предотвращающие, конечно, выпадение там других мощностей. Ну, система автоматического ограничения нагрузки есть такая. Успеет она сработать, не успеет. То есть там разные модели строят, вот сейчас энергетики там между собой. Можем мы такой реактор подключить или нельзя? Ну, для, там, скажем, для европейской тоже системы, где там огромные мощности, там, в общем, в энергосистеме большие мощности, и, в принципе, туда встроить реактор там 1400-1600 больших проблем нет. У нас 1200 уже проблема. А если 1400? 1400 такая же проблема. То есть то же самое. Сможет выдержать система аварийного отключения или нет? Там даже 2800, да, с учетом двух? Ну, 2800, два реактора сразу не отключаются. Там, если отключится один реактор, типа, вот. И поэтому мы смотрим вот эти малые модульные реакторы. Но это еще как бы энергетика пока будущего, потому что работающих этих реакторов нет. А площадки? Площадки мы пока примериваемся к западному Казахстану, то есть это вот Атрау, Атрауская область. И, в принципе, первый проект, который мы, с чего мы начали, первый проект связан с как раз генерацией чистой энергии, энергокомплекс, который включает атомные блоки, ветровую и солнечную станцию и накопитель небольшой. То есть, пользуясь тем, что вот эти малые модульные реакторы, они хорошо маневрируют, мы можем накопитель меньшей емкости брать, меньшей мощности емкости. И цифровое управление. То есть а такое... реализацию вот этих площадок планируете уже после строительства первой? После. Не, ну если, да, во-первых, референдум должен свое слово сказать. Вот. И, конечно, сейчас основная... То есть, говоря простым языком, если его, допустим, на референдум одобрят, то в течение 10 там, лет построят... Концентрация. Первую... Концентрация будет на первой станции. Да, да, допустим, в районе Балхаша. А да. Потом вторую вы хотите в Атрау, да? Нет, мы пока это предлагаем. То есть мы предварительные вот эти вот работы ведем. Ну, это как бы предпроектные, говорят, pre-feasibility study, как это говорят, pre-TEO по-русски, да, pre-TEO. И пока проект финансируется Международным научно-техническим центром. То есть мы докладывались на Самруке, на научно-техническом совете, одобрение получили. Потом, когда дошло до уже как бы финансирования, денег попросили, нам сказали, подождите, пока это... не горячий проект, в общем. Поэтому мы подали в разные там организации. А по вот этому действующему проекту по АЭС в Улькене есть ТЭО? ТЭО нет, вот я поэтому и говорю, что чтобы ТЭО сделать, во-первых, нам надо проект выбрать станции. Ну, то есть мы должны выбрать, значит, поставщика, выбрать проект этого поставщика. Вот мы четыре проекта эти смотрим. Какой-то проект должны выбрать и привязать его к местности. То есть мы должны... Первое – это по закону, если район будет утвержден, в этом районе проводится исследование трех альтернативных площадок полное. И одна площадка дается на подстанцию, две запасных держим. Ну, это требования а тут закона палки, такие. Как сказать, о двух концах. Допустим, одна сторона говорит, что пока не будет одобрения, да, на референдуме, все такое, мы не можем по ТЭО. Вторая сторона говорит, что пока не будет ТЭО, четкого понимания, мы не можем одобрить. Или там, пока не будет ответов на все вопросы,
И в том числе с тем, что мы увидим ТЭО, все детали, мы не можем сказать «за». Ну, некоторые так говорят, но так не бывает. То есть любой объект, когда строят, любой промышленный объект, то есть атомная станция – это промышленный объект, точно так же есть там предварительные работы, оценки. Допустим, вот само даже ТЭО – это же не окончательное решение. То есть ТЭО все равно некоторые предположения делает там по-разному. А когда уже будет конкретно разрабатываться проектно-сметная документация, тогда уже вылезут все эти цены. То есть в ТЭО там, да, детальный просчет есть, там экономика проекта считается, но считается в разных предположениях. Ну а потом, как вы говорили, время меняется, там мало ли что произойдет с этой инфляцией и прочими делами. По теме строительства некоторые эксперты за строительство, некоторые против. Угу. Перечислять не будем. А у населения даже с учетом общественных слушаний все еще нет четкого понимания и доверия к АЭС. И тут возникает у некоторых вопрос, можно ли проводить референдум, когда нет единого однозначного мнения среди, даже среди экспертов, и в том числе энергетиков. Угу. Ну, среди экспертов, ну, это не бывает так, что все люди одинаково думают. Потом, когда мы говорим эксперты, ну, тоже эксперт в чем там? Да, есть энергетики, которые называют себя энергетиками. Они энергетики, но они не генераторщики, не станционщики, допустим, да? Поэтому, в принципе, не бывает такого, чтобы все там вдруг на 100% были «за». Ну, есть вопросы, задают. Вот на этих вот публичных обсуждениях, естественно, люди задают вопросы. Ну, я стараюсь все время отвечать, например, потому что я думаю, что люди не просто так задают эти вопросы. Они задают вопросы, потому что либо не знают, опасаются. То есть, когда не знаешь, всегда опасаешься. Самый последний вопрос. Почему на референдуме не будет вынесен вопрос выбора поставщика? Понятно, что да, я догадываюсь, вы скажете, что простые люди не разбираются в этих деталях. Но все же, допустим, если предоставить населению те же, перечислить те же плюсы и минусы, могут ли люди, которые непосредственно связаны, и как потребители, и как вообще целом жители Казахстана, тоже выбирать поставщика с учетом их опасений, допустим, какой-либо определенной компании, страны и так далее? Не, ну здесь чисто эмоциональное будет, наверное, решение. Поэтому нам бы еще разобраться вообще, нам хотя нужна там возможность выбора с перечислением всех плюсов и минусов. Давайте первое, сначала решим вообще, нужна нам эта атомная или не нужна. В этом же вопрос. А если будет нужна, ну, пожалуйста, мы можем дискуссии всякие там устраивать. Но все равно, вот как я сказал, вот мой опыт общения вот за этот год, когда нас на эти обсуждения возили, такое впечатление, что большинству людей, вообще говоря, это, ну, как это мягче сказать, до одного места. Вот. Но есть специалисты, которые, ну, это энергетики. Вот вы говорите, там не все энергетики поддерживают. Хорошо, мы должны вот среди специалистов уже детально поговорить со всеми там. Или публичное обсуждение с вовлечением большего количества экспертов. Это всегда стараются так. Я так понимаю, что да, надо проводить такие. Потому что, ну, как это? Каждый... То есть экспертов разных, не только, которые связаны с государством, а именно и независимых. Да, независимых. Ну, вот у нас есть вот экофорум, допустим, мы с ними можем поговорить. Ну, там, правда, кстати, как-то они высказали тоже свое замечание, да, и о том, что идет нарушение вот этой Орхусской конвенции. Ну, с Орхусом это мы разобрались. Правда, есть там Вадим Ни, который специализируется, да, на этом Орхусской конвенции, на положениях. Он все же нарушение фиксировал? Там самое главное, там есть такие всякие слова, типа, что государственный орган должен предоставлять информацию экологическую, доступную в этом органе, имеющуюся в органе, да? А в органе там ничего не имеется, поэтому ничего не представляет. Хорошо. Вот. Тимур Мифхатович, рахмет вам большое, угу, за уделенное время, за интервью.